Добрый день, дорогие друзья! А перед началом видео по нашей замечательной игре, хотел бы посоветовать вам сервер Rima Survival. Ведь это именно тот сервер, на котором я играю. И если хотите поиграть со мной или попасть в видео, ищите меня на Rima Survival. Ссылка на Discord сервера в описании. Так, ну травы точно есть, я уже слышу. Коров. Чё, идём в сумрак? Диаблик есть, Шанта. О, ну, слышу, точно надо идти. По звукам. Так, ну они, что, короче... Погнали. Со стороны леса, я так понял. Мы, короче, к ней бежим. Давай. Ща, я пойду еще гляну, ну, прям возле реки самой. Ой, прям подожди, водопада этого. Ой, не водопада, а, короче, в тупике. Ну, мы поняли. А кто зашел? Зашел рубероид. Рубероид, привет. Здорово. Ебать, они орут. Они, походу, там нормально у них тусовка. Походу, они ищут пиздюлей. Короче, в тупике никого вообще. Они, короче, возле леса где-то. Че, идем к каньону, что ли? С каньона будем идти? Или через гору? А где ближе? Ты хз. Я вообще хз, будет там через гору спуск или нет? Вниз. На ленимку. Будет, будет. Ставр, давай как это... Скажи, рассосёмся сейчас. Пока дорастет она. И потом двинем тоже. Угу. Пошли тогда рассядемся, что может что пойдет. Ну чё, может, кто на ВВ идет ниже в Дискорд, спустимся, мешать друг другу. Давай, давай, давай. Давайте, я на ВВ тоже ниже пойду. Ну, вроде все. Угу. Короче, вижу Сабтрайка. Рубирай, ты с нами хочешь? Я вообще из раз на ВВ вроде выходил. Ты фоллоуд аут? Да, фоллоуд. О, значит, нас будет сейчас семеро просто. Когда к Бубику придем. Давайте. Я, короче, Сабика начну, он один что-то тут бежит куда-то. Смотри, мы еще прилично нам чесать. Да. А, он, ну, травку щипает. Зато Шанту там по... покусаем. Что-то мне кажется, там киньте патиме. Ща кину. Ах, камни, камни, камни. Нет, где-то. Нет, я не там. Так, в лесах здесь. На близах, печаль. А, у меня карныч там около ВВ, понятно. А, да, тут есть спуск вниз. Но тут лучше, наверное, не бежать. Разве что пешком. В районе птичника. Можем наткнуться. Да. Похер вообще. А, чё, кто сказал? Парк едет. Это ивент, что ли, какой-то? Да, ивент. Да, да. Ну, Рубероид, просто можешь к нам бежать. Будешь с нами в пачке тут бегать. Что, через два? Да я смотрю, мне сейчас переходить по Диону или здесь. Понятно. Диаблики орут. Наконец-то пофайтимся хотя. Че, идем к водопаду, там будем как-то подниматься или что, туда на подъем. Куда я сейчас подумал? Сумрак. Туда на подъем идем, куда я сейчас. Ага, да. Сабика съел. Вот тут уже можно бежать. Минус Сабик, вот он говорит. Это Трайк Сабик был, да? Да, Трайк Сабика съел, а со стороны, короче, если смотрите на водопад с правой стороны,
Орут до хера травов. То есть диабликов много, двое точно орёт. И еще. Резины самые опасные. Ну я не вижу никого, я их только слышу. Что-то орут, орут. По приколу. Сейчас, да, орутся. Угу. Типа... Трайка долт орёт. Ой, да и хуя-то, слушай, их. Ну пачка, если нас будет, нормально сожрём. Ну на шестеро тут будет. Сейчас нормально. Прибежит. Ну, как, пятеро прибежит, а ты шестой. Аккуратненько отыграем. Да, на эликах, ну, почти первый. Первая игра. Тут большой. Ну, вроде как трайков мы затащили нормально. Ты сам говорил, что Алекс это вещь. Смотреть, ну, да. Пинга надо. Пинг просто сильный уже. Сейчас народ будет подтягиваться, я так понимаю. Видишь, вечером. Сейчас будет хороший пинг. Не в нашу сторону, а в сторону трайка, блин, короче, плюс. Бля, дилки идут за мной, суп. Представь. Сколько их? Вот у тебя там рядом лимбо, варни, позови их там. Пусть поможет. Да, мелкий. Его сейчас сожрут. Да пусть они меня догонят, я подшифтовываю, я думаю, они должны меня догнать. Ну да. Уже рассвет. Жалко. Ночью. Я кричал про яму смерти был. Сейчас это, болото буду проходить. Так, вот я. Мы уже около ленивых, короче. Угу. У меня тут боты спавнятся. Я думал, сейчас ногу сломаю. Тут из хищников есть еще. Ну я пошел искать правых. Арика слышу. Арик силовухи убивает, Алика, я что-то. Не-не-не. Он карнича силовухой не убивает, о чем? Тут Камара, короче. Камара, Майка. Ебать, тут стадо-то большое, слушай. Тут, короче, правее стадо и левее орёт еще стадо. Ну цеплять его будет, ладно. Ладно, короче, сейчас посмотрим, что тут тут. О, я хавать хочу. Так, а где он? А, во. Да, блин. А, он даже не дохлый. Живьем хотел съесть. Да, плавает он. Не ахти. Он со спринта и без спринта одинаково плавает, по-моему. Да. Блин, мне кажется, лучше бы Рекса встретить, чем нападать. Хм. Ну, в Рекса, кстати, много народу сидит, я думаю. Но сабиков у них, типа, пачки нету. Просто, типа, сидят там ребята. Я думал за Рекса пойти сначала, потом вспомнил, что шло и звал за Аликов. Тупо минус половина стамины, чтобы переплыть. Блин, ну где-то здесь травы орали, что-то я не вижу никого. Я вижу, ну я знаю, что справа орёт, где рядом с Камарой, короче. Трава. Да. Ладно. Неужели они все тогда в кучу пошли?
А не мигрируешь, что ли, куда-то? Не понимаю. Давайте хотя бы до двух лапок, чтобы полностью две лапки отхилились. Типа боковые, и почтите. Я уже все. А вы куда пошли-то? Направо вроде. Так мы идем направо. А, так пойдем там. Левее должен быть. Где-то. А водопада не будем подниматься, что ли? Правее, водопада перейти. Направо надо. На водопад прям не надо. Правее. Траву, если что, возле бублика. О, Кинг Она возле нас еще. Может, она подойдет к нам. На джуис. А что она делать не было? Или нет? Бля, я не понимаю, травы, короче, как-то в разные стороны расползлись. Как-то они странно бегают. Владос зашел. Вы че врете? Тут водопад, алло. Вы антихристы, как тут в водопаде подняться можно? Ну просто с правой стороны отбегаешь, и там подъем. Да не, я понял, только там разве можно подняться на той фигне, там, там где уже водопад начинается? Спирали ты поднимаешься, вот. Там еще типа надо обходить камни там на краю водопада. Да. С этой стороны, по-моему, не надо обходить. Я типа думал то, что там нельзя типа обратно так пойти, только наоборот сюда, если спускаться. Ну ладно. А какая разница, мы же прятаться не будем. В смысле, драться не будем? Прятаться не будем. А зря. Не-не-не-не, нам не сюда, нам тут. А разве сюда? Да вот, тут подъемчик. То все вижу. Я, может, как вас вижу. Анкила у них, походу. С кем? Да я слышу, я по звукам, я еще пока не нашел их. Они просто в разных сторонах орут, блядь, я все время, знаешь, то на одних, короче, то на других, блядь, байчусь, как где? Лох. Туда-сюда бегают. Не. Далеко. Там найдется пари. Два Рекса были. Да. А, часа полтора назад. Тут как-то народ приборзел. 6 Рекс, 3 гиги. Бегите на без... Они все на она идут, короче, в ту сторону. Кинг она, вот туда, короче, чешут они. По звукам. Мы уже... Я уже поднялся. Давай. Они как будто, знаешь, у меня такое ощущение, что они все потерялись здесь, короче, и вот орут и ищут, блядь, друг друга. Блядь, все в разных сторонах. Не понимаю, куда пилячить. Самое то, чтобы всех пощелкать. Плюс сейчас еще, когда бой начался, стадо соединяться может. Не может соединяться? Ну, типа, я сегодня на Диаблике бежал Шанти помочь, и меня прям, бегая к Карнычу, админ забанил. Ну, типа, из игры выкинул. А, кикнул. Да, я говорю, что такое? Он говорит, а нельзя, бой начался, что ты бежишь? А, типа, с кем начался бой, то все, да? Да. Типа, меня рядом не было. А, просто прикол. А на какое расстояние? Вот я уже ворвался, хотел Карнычу бахнуть. Интересно, я вообще... Ты далеко находился на момент. Видел его с горы, короче. Я вчера на Рексе ворвался просто в стадо, короче. Там была Шанта, Терка и Трайк. Надолбал их всех, поломал. Хуяк, прибегает еще, блядь, Шанта. Еще приходит еще кто-то там. Еще одна Шанта, еще... И еще кто-то, короче, один Апекс какой-то. Ну и все, это... Отлетел от пятерых. Я просто так понял, что за... А, все вижу. Админ играл. Да,
Да, они мигрируют, короче. Они куда-то в сторону вот залива идут. Тут карничек, народ. Так что а он сделает? На них бублик, да, бегите, знаю, короче. Он ничего не делает. Я вижу он майку. На меня бежит. Двух майок. Давай на бублик, потом... Да-да-да, не к бублик. Отстал. Вижу две майки. Он меня не видит. И... Кусает. Блин. Попал, не попал? Позовите на Карнича, пошлите на траву. Пара миллиметров не хватило. Прям вообще. Ладно, я буду... Погодите, надо аву поесть. Короче, да, парик, тоже... парик, майка, трайк, комара. Ой, я тоже чай. Хочу хавать. Кстати, мне тоже чуть-чуть. В сторону залива. Кто не сильно голоден? Тут. Вот я голоден, я побегу вперед. Еще будет респец твой бот, наверное. Я а тоже... в принципе, этих еще один... Травоядных поубиваем, там с них халка еще будет пофиг. Они тебе поесть не дадут. А, нет, комары, слушай. А, не, вон там кто-то еще лежит. Ой, слушай, тут до хрена. Ой, у них много париков, короче. Шанта. Ебать, тут они нормальная такая пачка у них. На поляне пока. Надо, чтоб в лес зашли. Да, анкила есть. Анкила — это сладкий пирожок. Да-да-да. Но надо, чтобы они в лес зашли, чтобы не на поляне стояли слишком открыто. Надо, чтобы в лесу вообще кайф будет драться с ними. Да. Они хилятся, ой, они этот регенит стамина лежат на поляне все. Большая толпа. Вот прям близко, да? Увидели меня. Вот елки. Но я этот, я не на спринт не сажусь, ничего не это, просто отхожу, короче. Агрессия, они же могут меня пиздить начать, если я на спринт, да, сяду или тройку за оружие. Да. Да, либо если ты находишься около них где-то 5 или 3 минуты. А, ну я отошел. Ну я знаю, где они, короче. Я отошел. Стараюсь как-то спрятаться. Тут меня видно не было. Я хочу, чтобы они в елки зашли и уже начать спиздить. Бля, жалко только рассвет, что типа у нас сейчас утро. Ночью бы вообще пушка была бы. Да, ну дофига черных кар. Ой, алло. Короче, топайте на них бублик. И будем что мы, собственно, и делаем. Пиздить, ну, пиздец. О, Руберой, ты уже близко, ничего себе. Ты что, ТП купил? Нет. Ты не забыл, что я это. Карна почти что я. У меня уже справа от меня какая-то хуйня орала. Ну, Рыбирай, бежи сразу на бублика. Да я подшифтовываю, да, я так и понял. С бесконечкой просто весь. О, ну надо спросить, она... Ага. А, да, у нас уже пачка. Да? Если будет да. Удобная позиция, типа лес огромный, то я нападу. Чтобы накусать, чтобы кто-то хоть у них лежал, хилился в лесу. Ага, да. Я отписню. Не обещаю. Бля. Только смотрели на розум, не лезь пока. Да, 20% голда. Так, вижу трайка. 39. А мы уже прибежали почти. Давай еще чуть-чуть потерпи. Ну, у них трайк замыкающий. Бля, они в большом лесу. Но, сука, только трайк в конце. Я бы, блядь, в какую-нибудь середину ворвался. Не хочется трайка кусать. На голодный желудок драться удобнее. Повкуснее будет. Вроде реген меньше. Накусал всех. О, трайка накусал, слышу. Анкила накусал, парика накусал. Красавчик. Трайк на фулл стамине чешется за мной. Понимаю. Идем?
Блять, нет, нет, нет. А, это Шанта. Хуй тебе. Ебать, меня так сейчас фартануло, я, короче, в камни врезался. Шанта чешет на полстамине за мной. Нормально у него все? Она за мной бежит, сука. Да ебать, что за камни? Отвали. Второй раз, блядь, застреваю в камнях. Так, ну Шанта меня не догоняет, поэтому отвали от меня. Шанточка моя сладкая. А это кто был? Кручу. Так, Дикий, аккуратно, там за мной Шанта бежал. О, Сол, на спринт садись, на Сол парись. Давай, 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 сейчас встретишь парика. Заряжай и хуярь в него. Я кручу круги, просто. Байчо. Ушел, ушел, долби его. Я на спринте около тебя, Бублик, тоже. Угу. Тут кто-то еще. Шанта идет, пацаны. Угу. Парику плохо. Долблю парика. Парику плохо. Скорее всего, 3 капли уже. Можно догрызть его. Бежит на тебя, Бублик. Да, 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 да. Шанта, Шанта бежит. Вау. Супак, повезло. Больно, больно. Я ушел. Две Шанты тут. Вау. Ну нормально, тут лес, видите, нам хорошо, и мне очень удобно здесь драться большим. Нам попроще с этим. Что там народ помочь будет, не? С кем? Да, я нашим говорю, когда они подойдут, типа. А, я понял, понял. Стамину регеню. Там парик сдох? Нет. Ну, я не знаю, я укуса 3-4 дал. Так, у меня четвертый экран, я ушел регениться. Дай. Ага. Ты Шанта легла, что ли, одна? Парик, скорее всего, лег. Они сейчас будут парик охранять. Парику пизда там вообще хуёво очень. Куснул парика. Хорош. И Шант. Хорош. Ник какой ник? На рубероида идите. Идите все на рубероида. Парик сюда идет. И тут Ава орёт. Я капец. Где-то жать. Вот в этой стороне. Я тоже хавать хочу, капец, я сдохну. Сумрак, на тебя Шанта прямо идет. Там аж две Авы. Шанта легла. Так у меня голод почти 2%. Ава, да, две. О, сейчас минус два. Запустим, что ли? Да. Дождь, я, короче, не знаю, где парик. Парик, сумрак, по-моему, где-то. Там рядом меня... лежит. Да-да-да-да. Я их не вижу, на ком они сейчас? А меня, трай, походу, силовухой целпануло в хвостик, короче, и не шотнуло. От Шанты. Вот он лежит, вот он лежит. На ком? Вот давай, ёжи, беги. Сальпуги Шанту, вижу Шанту. Дождь закончился, закончился. Двух Шант. Трёх? А у них 3 Шанты? А у них разве тогда не перелимит, что ли? 5 апексов, по-моему. Кто у них? Трайк, 3 Шанты. Всё. Какого Шанту? Так, а у нас не перелимит. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А подождите, слышите, у нас не перелимит питон? Где он у нас? Камера должна быть на долг. А, питон откуда взялся? Питон, уходи. Шухер, шухер, Шанта бежит. Питон не у нас в дискорде, если чё. Я к нему зайду сейчас. Питон, Сири. питон, уйди отсюда. Ты перелимит делаешь. Ты питон, так ты к нам иди, на Эллина. Ты не в ту пачку пришел. Я ему сказал, я зашел, ему сказал, чтобы он ушел. Они там вообще ни хера не видят, эти большие. Оттуда ништяк нападает.
Так, все, у меня второй экран, надо по-моему обратно. Походил, аккуратней. Блин, они в опен вышли, да? Собаки. Арик сдох, походу. Трайк? Арик, парик. А, парик? Че, парик сдох? Кто-то бежит, народ. Анкила, Анкила прибежал. А, ну еще. Кушай. О ком? Сейчас укушу Анкила. На диком. И там еще кто-то... А, пахик. А, вон парик лежит. Дикий сзади, сзади трайк. Дикий сзади трайк. Вижу, 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 вижу. Привет, ребят. Я шаги услышал там. Здорово, здорово. У вас нету места в пати? Нету. Да иди в верхнюю пати. В другую, типа. Вторую. Понял. Блин, были бы у нас карнати, было бы, наверное, полегче. Было бы у них бледа нет. Да не, в смысле, типа, скорость. О, бублик. Нормальный байт. Нормальный байт. Ты запахи чем, да? Я так пробежался по накосу. Я, короче, убежал не через это, через... Убирай, там трайк, там убирай. Я на него выбежал. Нормально. Они просто такой наглости, видать, не ожидали. Паразавр и... Пахик сдох, да? Там-то нормально, раз никто не укусил никого. Парик где лежит? Парик и мертвый, вот меня, походу, все. Ёжик, я ко мне, бегите. А, блин, кушать надо. Дикий ранен, помогайте, помогайте. Дикий, идем. С бледом или просто... Блин, третий экран. Уходи. За мной бегут. Я тоже третий экран. Беги. Пахи убить надо, вот этого. Я все, он не бежит за тобой, не бежит. Я Пахи гоню. Я на всякий случай еще отойду. О, четвертый экран. Уходи. Рубероид, уходи. Все, я лег. Ага. Оттуда он лег. Бля, стамина ноль. Регеню. Давай. Я нашел Пахича. И Парика. И еще кого-то. Майка, что ли? У меня рядом Марут. А, тут Майка, да, парик. Короче, много. Возле бублика, слышите, второй тир. Бублика, да, второй тир. Выбегаю. Парика буду долбать. Покусал парика. Майка. Давай, в деревья врежься. А питону сказали, да, чтобы он ушел? Ну, судя по тому, то, что он отдаляется вроде от нас. Майку забрал, и, она не фуловая была. У меня пятка осталась, ребят, я ухожу с Евгением Чистанином. Ага. Кому надо похавать? Возле бублика. Запоминайте, где место. Тут мертвая Майка. Тут вот я ее. Вот здесь, в елочках. Стаминку от Регеню пока. Жалко день, вот, сука. Хотя 4 дня, ой, 2 часа дня уже, слушай. Сколько день идет? 15 минут примерно? Сука, за тобой никто не бежал хотя бы? Не-не-не, я Регенец отошел. Было 16 беда, уже 11.5. Слушай, а нормально мы там уже подходили. Да мы тут вообще шухера хороша. Или... Трайк, я только потерял его. Он передо мной, я на него сейчас смотрю. Трайка в последнюю очередь будем бить. Ёжик, Трайка, ёжик. Надо в первую очередь шант ёжик, и анкила накусать. У ёжика трайк. Да-да-да. Вау. А трайк один у них или в два? Я что-то не понял. Один. А, вроде как. Нормально, хорошо. Я только черный увидел. Да, я тоже. Черный.
Это Сумрак, кто? Если она меня увидит, Шанта, она побежит на меня. Заходи ей в спину. Она вот до этого она кинулась за меня в кусты, за мной в кусты. Ой, блин. Парик у них. Здорово, пожалуйста, здорово. Не мешай, у нас бой. Сидят, хилятся, я так понял. Ну что, я тебе впервые зашел с выключенным микрофоном этим, программой точнее. Сумрак, это рекорд. Слышь, у них два трайка, два трайка. Два? Два, один черный, другой черный, и у него башка синяя, короче. Анкила это Апекс? А? Анкила Апекс? Я второй тир. Кэш. Смотри, Сумрак, она идет за мной, смотри. А, вижу, вижу, сейчас, подожди. Сильно не лезь. За кем идет? За Рубероидом, я пусты заманиваю. Ага, я понял, это тоже на тебя. Я вот Сергей не могу вроде стамин. Сумрак. Кто-то идет за тобой, Шанта? Да. Угу. Я, сука, развернулся. Вот. Кусил разочек, блять, попало по мне. Вижу трайка, Шанту. Ой, куснул как-то тоже ее. Все, я, блядь, отхилил, буду жить. Сука, топает, слышу, не вижу. Вон они вдвоем бегают. И анкила еще. Они в кучку встали, походу. Да, 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 они в кучке, я прям вижу, они передо мной все. Я пойду окружу немного. Окружайте, окружайте. Хорошо бы ночь, чтобы была. Mm-hmm. Ночью вообще пушка будет. А? На нас. Раньше, походу, сказали в лес не ходить, сука. Попробую пахичу сейчас высекать. Да, 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 Юрий. Ты тоже сейчас за экран, да? Третий. Повезло. Нифига, он дурак за мной бежит. Трайк, 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 трайк. Они вниз спускаются. Нет, вниз спускаются. Кто был четвертый? Чё ты зеваешь? Вон она лагает. Вот третий экран уже. Они пошли, пойдем, да, они же. Они походу сейчас дефаться будут. Дикий, там где-то парень валяется. Пойдем, походу. Пойдем. Там труп Майки еще вроде должен быть. Да, да, да. Там много трупов было. Вот он, вот валяется. Парик, Майк. А мне кажется, они, да, да, они от скала, они от жопы сейчас прислонятся к дети. Да, да, да. Надо будет ночью драться. Че, анкилу укусить? Анкилу, да, ну блин, сука, она как раз жопа идет. Трайк, ты серьезно? Укусил анкилу. Хорош. А, да, укусил точно. Убирайте, не лезь, не лезь. Тоже укусил. Хорош. Трек снеж, что тобой? Вот здесь уже попроще будет, наоборот, на самом деле. Мы будем байтить их, чтобы они просто... А чё они в воду зашли? А, здесь можно, да, мелкая типа река и вся хуйня? Ну, в воду можно, давайте там заходить. Ну Шанта просто если перешла. Там можно, если там можно ходить, тогда да. А если Шанта я переплыл, перешла, тогда это бан. Ну, типа я плыл там. Анкила плывет. Ну анкила этот, анкила плавает. Это косяк. Ну это бан уже. Тут еще, слышь, тут еще какой-то Алек. Без пати.
Поним его, но. Эй, народ, у нас файт. У нас файт, не убивайте его. Я просто блин, воздух кусаю, чтобы он понял. Переходить на пистолет, как всякий идем туда. Один кило. Он где-то на эту сторону переходил. Нифига, их там три. Смотри, он, скорее всего, под водопад поджался. Да-да-да, под водопадом. Так можно, да? О, так, темнеет. А это... Ребята, Шанта темнеет. Да, Шанта не догоняет. Ну, это радует. Темнеет, это хорошо. Мы все практически темного цвета. Ночью будет плохо видно. Давайте с разных сторон окружать. Смотри, они же плавают. Не, ну я-то нападать 100% не буду, так как у меня третий экран, меня за один удар хлопнут. Оранжевая полоса. По 3 минуты отрегенит. Блин, хорош. Как переплывает? Где она у меня лагает? Говорю же, все плывут, нет. Они плавают, да. Ай-яй-яй. Ну если что, Аликов вам вернулся. Блин, иди, сучок, я сейчас тоже переплыл. Паразавр борзый. Дал по парику. Я хочу этого Апахича укусить. Ой-ой-ой-ой. О, бублик. Что ты творишь, бублик? Да не ударили ни разу, что ли? Один раз попало, Шанта. Попал по Шанте вроде. О, пизда Апахича. Он пошел хилиться. Да, он пошел хилиться. Я ухожу. А че они за мной идут, они че, я ж не ближу, да, ничего. На третий экран. Сумма. О, уже желтая полоса. Нормально. Страйк жрет. Угу. Он кинлыч идет. Килл еще ходит. По-моему, там три укуса дали. Скину один экран, короче, свистите, если чё. Смотрите, у них тупо молочня купается, анкила купался. Уберу это надо этого. Там, на той стороне... Или меня глючит, или... Её фринзит что-то пиздец как. И этот анкила плавал, ты ещё тоже купал, плавал. Лол. Это, а, все, уже вышел туда. Пахать, ты че там? Вот, на этих на подъем. Смотри, у них рогатых нет. Блин, попал. Я ухожу, килиться мне надо. Один уходил, вот так вот. Херать все. На вашей стороне там кто лежит? Там Пахич и этот паразавр лежит. Надо вернуться к вам на берегу. Руберой. Что-то разделились как-то, по-моему. Руберой, напади на Пахича. Он лежит на берегу. С ним только парень. Подожди, там Шанта, блин. Мне же до этого Пахича плыть надо. Не-не, на твоей стороне, на твоей стороне. Твоей вкуснее. Потом мы это... А, ничего? Ну ладно. Давай, Рубероид, тащи. Все, убегай. Убегай. Все, убегай. Убегу я. Пахич сдох, короче, этот накусанный. Он лег, надо подымать.
Вадя. Кто там со мной, я не помню. Толпига или как? Толпуга. Толпуга, да. А за мной Шанта бежит. Пошанте, о, ес, пора, парик, сдох. Анкила, парик. Я не понял, как она так перемещается-то, сука. Еще один за нами. Я просто по стамине пяточка совсем регенил. Я так это, стоя хожу и регеню, короче. Ну, пианкил. Чтобы одну забрать как-нибудь. Вот эту борзу, которая за мной убежала. Она чешет за тобой. Вставай, вставай. Сюда не надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Она легла. Встала. А? На чем вот эту шанту не закрутим? Так, ой, сумма, блин, ребят. Меня бы не заметил. Фу, как я. Ой, давай по мне, ема, все, я отхожу. Пизда. А, хвост, хвост цепанула, цепанула хвост. Да. Бля, а там убили, камни что? Были, я врезался в камень. Да. Да. А, я с ее сам не заметил еще. По мне дали. Я отбегаю, пока. Лица. Где это Шанта? Так, нас... Где? Нас 6 я насчитал пока что. А сейчас я стамину от регенера приду. Сумрак, паразавра подним... поднимай. Паразавра.